всем пачулі из Гамбурга. Отправляемся в парфюмерный магазин Люблер. Я была там в Берлине, и в Гамбурге он тоже есть. Посмотрим, что же там есть вкусного и интересного. Здесь Люблер на этой улице располагается. Может быть, а вон даже я его вижу. Или Гертнер, но это не тот. Где Люблер? Где-то тут на этой улице находится он и... Как я уже сказала, хочу Фуэго. А, вот он, Люблер. Ну да, я просто вижу значок магазина. А название вот. Но название на самом деле вон там подальше. А он что, закрыт? На Замату думала в Люблере протестирую. Но оказывается, можно было и здесь протестировать. Ну и прекрасно, замечательно, почему бы и нет. Короче, вся я тут мокрая. Вот так даже свет лучше падает. Вся я мокрая, стараюсь, чтобы свет попадал на меня. Мне, чтобы давно выпрямиться, я старалась закрыться, а надо было раскрыть себя, но тогда бы я бы точно промокла. Такой живописный у меня зонтик, поднимает настроение, создает фон. Так что выкину сейчас вот это вот все, оно уже все мокрое. В таком непотребном виде все это выглядит. Ну, неудобно сегодня тестировать, неудобно вникать. Меня подбешивает вчерашний аромат, его я слышу, он перебивает все. Идем, идем, проверяем. Да, вижу уже, но он закрыт или нет? На улице стоит так, по такому же принципу. Непонятно, люди выходят просто так. На улице стоит дама Бьянка Сверджов, уже вижу издалека по флакону. Я его хотела давно затестировать, и стоит какой-то диптик. Так что вот, я почему-то, когда прихожу в Люблер, и у меня есть какие-то тайные хотелки, вспомнила, ой, машина, я вспомнила, что я затестировала на руку еще Армаи с такой вишневой крышкой, который мой был фаворит, тестировала его в Берлине. И тогда я показывала, что я пришла в Люблер, и на улице на столике стояли мои два фаворита из всех. В магазине было то, что я хочу затестировать. И сейчас прихожу в Люблер, в Гамбурге, и на улице стоит дама Бьянка, которую я уже хочу вечность протестировать. И всегда она у меня в хотелках, и Люблер всегда знает, что мне надо, что я хочу. Они меня уже ждут. Они уже готовят для меня мои фаворитики, чтобы только я пришла и протестировала. Вообще обожаю этот магазин. Они угадывают мои желания. Вот как это объяснить? Скажите мне, как это возможно, что в этот день... А они меняют каждый день ассортимент для улицы. Ну, не каждый день, через день. Потому что в Берлине они поменяли... Правда, через неделю, через две ассортимент они изменили. Надо бы Ганимед новый затестировать. Ой, какие красивые там офисы. Или это, наверное, магазин. И там такие красивые стильные люстры в окне. Здесь не видно. Среди недели, конечно, но дождь. Но на улице полно людей. И я тут с этой камерой, и на меня смотрят дико. Ну все, пойду я в Люблер, наверное, без камеры, потому что рук не хватает. Вот этот веник выкинуть надо, мусорок нет. Потом зонтик, селфи-палка, ну и, короче, провода. Провода с меня торчат, и мне неудобно. Все, наболтала себе уже тут опять на час обзора. Катастрофа. Ну, Люблер это вообще... Я в шоке. Мне понравилось это кафе. Приду сюда, наверное, на завтрак. Мне кажется, я знаю, куда я выйду.
Хотя тут все выходы одинаковые. Красиво так сделано. Еще мусорку никак не найти не могу, чтобы выкинуть блоттеры. Здесь, в принципе, куча-куча каналов. И в прошлый раз у нас отель был на вот таком канале. Но это не здесь, но где-то в этой стороне, в районе дорогих магазинов. Duty Free, Hermes, Zegna, как она там называется, Prada, Dior. И вот здесь вот. Только вытащу микрофон и начинаю что-то снимать. И хотела я в Любнер, а Любнер там. Но я буду знать, что можно сюда пройти по этой улице. Ну что, бичарский влог продолжается. Сидеть негде, сижу на стульях магазина. Они, наверное, их продают, но цены нет. Но замком они пристегнули, чтобы люди не утащили. На улице дождь, и вот здесь вот эта вытяжка работает. Извиняюсь, если шумно, но сил ходить уже нет. Во-первых, все мокро и все слякотно. Рук ни на что не хватает. Зашла в Любнер, затестировала. Что-то и фуэгую я не нашла. Хотя в интернете опять стояло, что у них есть фуэгуэ. Но по итогу там какие-то были отодвижные полочки. Возможно, за этими полочками был этот парфюм. Зашла девушка и искала в подарок парфюм, выбирала. Поэтому один консультант, парень, был занят. Вышел мужчина, я говорю: мужчина, стопы, возвращайся на рабочее место, мне ничего не надо. Только села, мне уже excuse me, я думаю, все, выгонят меня с этих стульев. Вы типа не знаете, где здесь супермаркет. Гуглите, без понятия, не видела ни одного супермаркета здесь. Ну и шла семья. Сейчас стоит новая семья с ребенком. Ну, я, конечно, тут в проходе сижу и не очень оптимально. Затестировала дама Бьянка, и у меня просто дежавю, как вчера с этим кофейным ароматом. Я уже устала, я уже забыла, как это называется. Вы знаете, о чем я, поставлю картинку, но сейчас нет. Все восхваляют эту даму Бьянка, и что-то мне там цветы не нравятся. Вот эта пряность немножко подбешивает. Диптик неплохой аромат. Такой тоже травяной, слегка есть такая сочность, свежесть, но по сути он суховатый. Там женщина, мужчина выбирают мебель на заднем плане, и тут я со своим обзорчиком. Ну, за такие деньги нет. Дама Бьянка тоже не мой вариант. Что-то я, мне кажется, за второй тест, я что-то много наслушалась таких ароматов цветочных. Хотя в раскрытии здесь сейчас довольно-таки неплохо. Затестировала Ганимед экстракт. О, ужас, катастрофа. Тестируйте, это не классический Ганимед. Но что-то не нашла я классический Ганимед и хотела сравнить все-таки с экстрактом еще раз. Ганимед, он такой свежий, он такой немножко йодистый, он что-то в стиле бакары лекарственный. А здесь то ли фенхель, такая приправа острая, базис, основа Ганимеда слышна издалека, он настолько плотный. И здесь то ли анис, то ли фенхель. Такая приправа неплохая, но для меня аромат невкусный. Я его даже набрызгала на кожу. Тут, наверное, другой аромат. Короче, мне не понравился экстракт. Простая версия намного, в тысячи раз лучше для меня. Орман Джейн, не нашла я, какая-то лаванда, ливанда, все его любят. Этот аромат. Ну, встану я, прям, не знаю, бесячно, невозможно нигде заснять. Не было. И взяла я Ксандрия. Ничего особенного, как
из бочки все остальные. Потом видела новый бренд в магазине и написала Fiori. Fiori-то у меня есть. Fiori этот... Giorgio Armani Fiori у меня. Набрызгала и такая, о нет, тубероза. Здесь душнилова тубероза, такой, которую я не люблю. Отпадает. Сейчас выкину этот блоттер, потому что меня подбешивает эта тубероза. Вчера в Клайв Кристине такая была тубероза, потом еще сегодня я такую туберозу слушала. Короче, надоело мне эта тубероза. Меня точно отсюда попросят, выгонят. Запах стирального порошка. Есть новый бренд, точнее, может быть, не новый, но нишевый довольно-таки. И его я видела именно в Любнере. Der Duft называется. Наверное, немецкий. А может, голландский, может, бельгийский. Ну, слово немецкое. Тупо назвали парфюм. Бренд называется. В переводе что значит? О, а тут на улице все по-другому пахнет. Я надеюсь, дождик сейчас будет уже прекращаться, потому что хватит уже вот эта вот противная погодка. Синематик, он такой травяной, опять сухие травы. Блоттер потеряла. То же самое, что и в стиле Amouage Sunshine мужской. Ну, вот такой вот. Уже надоел этот аромат. Везде, куда ни плюнь, везде это сборка. Ну и пахнет куском мыла, шампунем. Немножко это сладит. Ну, короче, можно купить от Балеи за 50 центов такой вот, с такой отдушкой. Der Duft мне понравился. Привилег называется он. Я его даже набрызгала на кожу. Тут базилика, кислинка, фужерная. Но опять, таких у меня немножко есть ароматы уже. Я такие коллекционирую. У меня базилик есть от Malinar. И вот здесь что-то такое же в этом стиле. Как я обожаю вот эту зеленую хрустящую кислинку. Вот эту ноту и этот аромат. Хотя у меня есть что-то подобное уже. Но мне он прям вкусно. Такая думаю, о, классно, его я хочу на себе носить, на кожу. Но он, наверное, не стоит своих денег. Крышка на магните, классно сделанный флакон, но они и не дешевые. Пытаюсь распознать, что у меня на руках. Вот этот перевлек, сразу слышу эту ноту кисленькую. Вкуснятина, просто вкуснятина. Ну и здесь ганимед экстракт. Думаю, вдруг на блоттере фу, а на коже будет вау. Ну, на коже чуть-чуть вау, но это не ганимед. Ничего общего с ганимедом не имеет. Ну, прям вот отличие. То есть, если бы я его затестировала, я бы его не захотела бы покупать.